Дети, которые покрыты лёсом, это об их выхованцах Гомельского областного дома дитяти. 65 маленьких людей, у шмат таких захворываний, причем тяжкие, от поражения головного мозга до ВИЧ-инфекции в опушней стадии. По великим рахункам, шмат какие из этих детей могли быть здоровыми, если бы их мать не вели антисоциальный лад життя. Алкоголики, ВИЧ-инфицированные и те, кто по шмат годов не ожидая працевать, об здоровье своих детей они не клопотились николи. Работники установы кажут, что биологичные батьки заявляются тут вельми редко. У весь клопот выхованцах взяла на себе держава. От круглосуточного догляду и оказания необходимой медицинской допомоги до шестиразового харчевания. Хоть от допомоги спонсоров у доме дитяти так само не отмовляются. За несколько месяцев проведения республиканской акции «Дай 5 добру» на рахунок установы перелечили уже 11 тысяч рублей. Та помощь, которая нам оказана, благотворительная, это почти 11 тысяч рублей. Она у нас идет полностью на переоборудование пищеблока, я имею в виду на закупку оборудования технологического для пищеблока. Новое мы обновляем. 2 аппарата для физкабинета, чтобы наши дети могли получать качественное лечение. Представники Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира у областным доме дитяти не упершиню. У якости подарунка от выхованцев невеликий концерт. Правда, тримать увагу на выконании номеров отремливается недолго. Праз нескольких хвилин частка детей оказывается на руках у дорослых. Не глядячи на проблемы со здоровьем, они вельми ветливые и спогадливые. Кожный гость для их, как минимум, сябр. До речи, переважная большинство детей с этой установы после достижения 7-годового возраста накировываются в опекунские и приемные семьи, а так само домы семейного типа. После закончения встречи представники областного отделения Белорусского фонда миру кажут, что обовязково придут сюда снова. Уречь доброчинность – одна из главных задач этой организации. Я считаю, что вот проводя такую вот акцию, это мы выполняем нашу благороднейшую миссию, это миссия заботы, добра о людях в целом и прежде всего о детях. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».